Сегодня температура на улице 28. Включил полчаса назад вентилятор, чтобы остудить коллектор. И только что пошатал одну трубку и положил ее точно так же, как будто она рядом лежит, и засунул туда термометр ртутный. И он показывает у нас 38,5. Там сейчас залито 2,7 литра воды. Мерили точно. Только что пошатал трубку. Уже говорил. Устал ждать солнца. Солнца нету. Вот такая погода. Постоянно тут тучи. Поэтому будем просто такой эксперимент. Сравнение воздушного коллектора и мощности на каждую трубку просто с мощностью одной трубки. Открываем. Прогнали коллектор. Он показывает, что дуется температура на входе 28, на выходе 34. Убираем. Покрывало. Так, у нас трансформатор греется, мы на него наставляли вентиляторов, чтобы он остудал, и этот мощный вентилятор хорошо работал, потому что на него сильная нагрузка. Сколько клещами замеряли, в общем, 500 ватт потребляет такой вентилятор. Это вентилятор военный, поэтому он с таким высокооборотистым двигателем. Двигатель тут где-то 10 тысяч оборотов в минуту, поэтому он продувает гофротрубку внутри. Вот эти все соединения такой вентилятор продувает. В итоге он, мы получаем на выходе приблизительно, мы мерили 415, ну пусть 400 кубов в час. Так. После того, как открыли, смотрим, повышается ли температура. На ощупь сразу и не повышается. 34 была. 34 пока остается. Так, сразу вряд ли заметим. Здесь 39. Так, я тут один работаю, поэтому я просто тут вот так подвигаю. Подержу и одновременно засеку на полчаса или минут на 20. Сколько терпения хватит температуру. Там немножко течет, но это мелочи. Такие мелочи. Ну, 39 было, 39 осталось. Градусник там в воде. Сверху майонезная крышка как раз подошла, скотчем вернули. Заклеили как могли. Теперь мы включим таймер.
хотел найти таймер, что-то не нашел, ну да ладно. В 14.52 начинаем замеры. И в 15.12, допустим, закончим. 20 минут вам видео не буду показывать. Замеры начались при 39. И здесь они начались при 35. Все, пошла вверх температура. Вот видео я не останавливал. Снял защиту с коллектора. И с 34 пошла вверх, уже 36 температура в коллекторе на выходе. 28 на входе, 36 сейчас на выходе. Все, останавливаю пока.